Буль-буль, привет! Давайте представим, что мы находимся на острове Черепа, где мы можем встретить Гила Вебера в окружении своих подруг Гули, Эбби, Дракулауры, Фрэнки, Клео, Клодин, черно-белый Фрэнки, ну и, конечно, Лагуны. Эта серия представляет большое количество монстряшек. Есть набор из 5 кукол, а есть 6 кукол-одиночек, то есть куклы в отдельных коробках. С финансовой точки зрения вся коллекция School Shores доступная, что не скажешь о Гиле. Как я знаю, в этой серии Mattel закончил выпуск такого образца. И таким образом эту коробку с куклой можно отнести к коллекционной позиции. Давайте посмотрим на коробку. Как мы видим, она имеет небольшой размер, но плюс в том, что есть оранжевая подставка. Также в набор входит ананасовый бокал с коктейлем, карточка с фотографией Гила и пластиковый прозрачный скафандр. Давайте вынем его из коробки. А вот наш Гил. Все куклы-мальчики очень большого размера. Одет Гил довольно по городским меркам, скромно. Но для пляжа это самый отличный и удобный гардеробчик. Майка-топик со скелетом рыбы. Шорты-бермуды бирюзового цвета. И обязательно сланцы. На шее висит свисток в форме ракушки. Также колба у Гила снимается. Как вывод, с таким другом приятно и безопасно отдыхать на необитаемом острове. А мы с Гилом прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Be cool and crazy. Буль-буль, пока!